15 тренеров из Днепропетровского государственного университета внутренних дел вошли в группу, которая будет учить патрульных полицейских по всей Украине. Всего в группе около 100 человек. Сейчас группа учит патрульных в трех городах. В Киеве подготовку уже завершили. Сейчас обучают во Львове, Харькове и Одессе. Самих тренеров новой полиции месяц обучали американские патрульные из Невады, Огайо и Калифорнии. Набор проходил в три этапа. На первом приняли бойцов спецподразделения, на втором и третьем – миротворцев и педагогов из вузов МВД. Были теории и практика. На практике выполняли тактические задания – остановка автомобиля, патрулирование, вход в здание, погашение конфликта с водителем, проверка документов, выписывание штрафов.